В бразильском Натале завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Японии и Греции. Японцы не смогли воспользоваться численным преимуществом, которое возникло после удаления с поля Константинаса Кацураниса. Греки же, оставшись в меньшинстве, еще до перерыва особенно не рисковали и весь второй тайм добросовестно играли именно на ничью. Так и получилось, ничья 0-0.